Более 25 тысяч скачиваний было зарегистрировано в приложении «Чилийская мобильная обсерватория». Она открывает для пользователей по всему миру доступ к потрясающим и завораживающим снимкам космических объектов, сделанных телескопами суперсовременной обсерватории, которая расположена на севере Чили в пустыне Атакама. Снимки доступны с ноября прошлого года для пользователей смартфонов и планшетных компьютеров. Наибольшую популярность приложение завоевало в самом Чили, а также в Мексике, Испании, США и Перу. Вот, например, туманность «Кошачья лапа», которая состоит из алых облаков светящегося газа на фоне черного неба. Приложение также включает астрономический календарь, в котором можно узнать о ближайшем затмении, метеоритном дожде, пролетающих кометах или других космических явлениях. Сегодня Чили предоставляет миру 70% космических изображений. Это отличительная черта, которая формирует образ страны. Из Чили мы делаем лучшие изображения космоса. Из Чили мы отвечаем на фундаментальные вопросы человечества, такие как «Откуда мы пришли?» и «Какова наша конечная цель в этой огромной вселенной?» Другое изображение показывает туманность «Конская голова». Его составили из трех фотографий, сделанных при помощи высокоточных телескопов. Каждый астрономический центр, который вовлечен в проект, публикует свои собственные снимки на веб-сайтах. Это приложение собирает всю эту информацию воедино, чтобы вы могли увидеть ее на своем смартфоне или планшете. Сначала в приложении было 100 изображений звезд, туманностей и других объектов. Теперь из-за повышенного спроса там появилось еще 100 снимков. Обсерватория была построена в пустыне Атакама, поскольку это одно из самых идеальных мест для наблюдений за космосом. Здесь сухой климат, а также чистый воздух.